Нам мир и труд завещаны беречь. Сегодня Брест принимал участников большого финала ежегодного республиканского конкурса музыкальной и художественной самодеятельности. На сцену вышли работники строительных организаций, члены Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов. Среди финалистов 18 представителей всей страны, по 3 победителя областного этапа с каждого региона. Лучших выбирали в 3 возрастных группах от 18 до 35 лет, от 35 до 60 и старше. Разные жанры, номера, манера исполнения треков, но всех участников объединяет любовь к музыке и своей работе. Конкурс проводится уже 3-й год подряд. Честь принять эстафету гранд-финала Бресту передал Минск. Символично то, что в год мира и созидания, и вот тематика такая конкурса нашего «Нам мир и труд завешено беречь» будет проходить в Бресте. Потому что, ну, Брест, мы понимаем, это город и боевой, и трудовой славы, и подведение итога в этом городе – это, наверное, знаковое событие и для нашего профсоюза. Собрались, конечно, здесь все представители строительных организаций республики. Лучшие представители будут отмечены в каждой номинации, будут отмечены ценными подарками, дипломами. По итогам конкурса представители Бреста передали переходящий знак, символ конкурса победившей областной организации. В этом году это Витебская область.